Событиям 12 июня. В центре города многолюдно было уже ранним утром. Более 3000 человек собрались на центральной площади города, чтобы совершить торжественное шествие, посвященное Дню России. Один из главных праздников России. И, конечно, мы все вместе отмечаем его. Вместе с всей семьей. Замечательное настроение. Погода прекрасная вообще. Она просто нам сопутствует. В 10 утра колонна под звуки оркестра двинулась, развернув 20-метровое полотнище российского флага через городской детский парк. Там прошел торжественный митинг. То, что мы действительно сегодня граждане России и патриоты своей малой родины Орловщины, это точно. И сегодня вот эти тысячи людей, которые пришли на эту площадь, этим подтвердили своим единением, своим, наверное, желанием не стоять в стороне, а быть сопричастным к этому государственному празднику. Это же прекрасно. Россия – это же наша страна, вот, и поэтому это ее день, и надо его, я считаю, торжественно отмечать. Насчет этой традиции за 23 года как бы не совсем сложилось, но я думаю, со временем мы все будем выходить как один на этот праздник. Зрелищное выступление богатырей знаменской богатырской заставы предварили старт праздничных развлечений.